добрый день. Приветствую, странник. Я не слишком удивлен твоему появлению. Здесь появлялось много искателей приключений с тех пор, как начались неприятности. Не сомневаюсь, тебе известна трагедия, которая произошла в Тристране. Говорят, что Дьябло, повелитель ужаса, снова пришел в мир. Не знаю, верить мне в это или нет, но темный странник прошел этим путем несколько недель назад. Он направился на восток горам, пройдя путем, который охранялся монастырем бродяг. Может, это и ничего не значит, но зло оставило след там, где он прошел. Спустя небольшое время после его прохода монастырские ворота закрылись, и странные существа начали появляться в стране. До тех пор, пока за пределами лагеря не станет безопасней, и ворота снова не откроются, я буду оставаться здесь со своим караваном. Я надеюсь, что доберусь до Лут-Галейна, прежде чем тень из Тристрама поглотит нас всех. Если вы будете живы и будете здесь, я могу взять вас с собой. Советую поговорить с Акарой. Похоже, что она руководит этим лагерем. Может, она скажет вам больше. Вот уж не ожидала встретить в наших краях амазонку. Ты, должно быть, очень храбрая женщина, если решилась прийти сюда. Многие сестер пострадали от страшного заклятия. Смотри, чтобы то же самое не случилось с тобой. Привет, я Чарси, местный кузнец. Приятно видеть сильных путешественников. Многие мои сестры отважно сражались против Диабло, когда он атаковал Тристарм. Они вернулись к нам, как настоящие ветераны, принеся с собой некоторые действительно могущественные предметы. Похоже, это была временная победа. Большинство из них теперь заражено Андериэль. Добрый день, партнер! Я Хит! И я рад вам сообщить, что я буду вашим лучшим другом в этом лагере. Ненужное оружие, немного золота, маленький драгоценный камень, все, что я хочу в обмен на снаряжение, носить которое будет честью даже королям Востока. Я торгую практически себе в убыток и представляю 2-3-дневную гарантию на все купленное. Я Акара, высшая жрица сестринского ордена невидящего ока. Я вижу, что ты человек издалека, и приветствую тебя в нашем лагере. Хотя боюсь, что эти хрупкие стены — ненадежное убежище. Видишь ли, странное проклятие постигло наш сестринский орден. Могучая цитадель, в которой мы долгие столетия охраняли покой Востока, теперь осквернена злобной демоницей по имени Андриэль. В душе я все еще не верю в это. Но она повернула души многих наших сестер-бродяг против нас и заставила нас покинуть обитель Ордена. Теперь последние защитницы сестринства убиты или скитаются в запустении. Я молю тебя, помоги нам. Найди способ снять это проклятие, и мы поклонимся тебе и вечно будем хранить тебе верность.